Здравствуйте, мои драгоценные коллеги. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы с вами немножечко похулиганим. Чуть-чуть, прям совсем. Очень часто к нам приходят клиентки. Сегодня будет совсем коротенький ролик, и всего будет один дизайн. Устала, девчонки, просто сил нет после выходных. Вот я сделала такую заготовочку. Обычный типс у нас вот такой длины. А сегодня мы будем рисовать его вот такой длины. Видно? Да, видно. Вот это мы будем с вами завтра рисовать, а вот это мы будем с вами рисовать сегодня. Божью коровку. Сегодня мы чуть-чуть похулиганим. Я его уже обкромсала щипчиками. Уже покрыла его топом. Покрыла. Привет. Привет, Настя, привет, девчонки. Привет, Настюшечка. Вот, приготовила уже все. То есть сделала заготовку, покрыла двумя слоями как его, символа любви. Покрыла топом. Уже у нас ноготочки готовы. Просто иногда приходят и хотят что-нибудь эдакое на коротеньких ноготочках. Вот это вот тот дизайн, который классно смотрится только на коротких ноготочках. Есть дизайны, которые смотрятся... Прям, говорят. Прям. Есть, которые дизайны смотрятся на длинных хорошо, есть, которые на коротких. Это из разряда, которые на коротких. И согласитесь, подавляющее большинство из нас, я примерила на свой ноготочек, ну, примерно вот так вот. И носим. Нам с вами понадобится черная и белая эмпаста. Dots. И две кисточки. Одна подлиннее, другая покороче. Подлиннее кисточка нам нужна для того, чтобы сделать вот такую вот линию. То есть у нас уже... Ах ты! Как-то вот я не вытерла, и у нас получилась вот такая вот хренька. Даже не знаю, как называть. Чуть такое было. Ну-ка. Вроде все чистенько. Нам нужно сделать просто прямую линию вот здесь вот. Прямо с линии я всегда проверяю, клиента вот так вот поворачиваю, сразу видно, прямо или не прямо. Чё? Я бы на длинных херанула, была бы у меня стройная худая корова. Ну да. Добрый вечер. Добрый вечер. Стройная худая корова, это здорово. Нет, девочки, сейчас уже не в моде. Добрый сейчас вечер. Уже, сейчас уже в моде жопки. Корова анти-макдак. Да. Ну чё вы... Зачем вот так прям сразу вот? И вот здесь мы делаем вот такую лунку. Ну, лунку мы все делать уже умеем, наверное. Мне кажется, ничего сложного в этом нет. Тем более центральная линия здесь есть, и мы немножечко так вот уголочком его вытягиваем. Прям капельку. Здесь аккуратненько под кутикулу заводим головку. Боже, коровки. Тут кушательная переписка идет. Да? Так, ничего не вижу. Вот теперь я вижу. Вот. Ну, вроде бы вот так вот, да? Вот так примерно. Видно? Я постараюсь сейчас немножечко так вот разровнять. А на коротких ногтях будет смотреться? Да. Для тех, кто присоединился позже, девчонки, это из разряда тех дизайнов, которые смотрятся исключительно на коротких ногтях. На длинных они уже так не смотрятся. Все, отправляем в лампу. Положи, пожалуйста, я потому что там вообще не вижу из-за лампы, куда там ссылается. Вот. И теперь нам с вами понадобится... Сейчас немножечко кисточку мы протрем. И сейчас нам с вами понадобится, в общем-то, dots. Ну, мы чуть-чуть еще беленькой используем. Это у нас эмпаста, покрывать ее ничем не нужно, дизайн уже готов. Давай мне его, пожалуйста, тебе вытащи, чтобы они не мешались тебе. Вот. И вот мы берем dots и делаем белой эмпастой вот такие почти глазки. Вот видно? Вытираем его, берем в черную гель-краску и начинаем рисовать. Вот такие вот точечки. У нас же, божья коровка, она у нас какая? Она у нас такая? Красивая, нарядная, красненькая, с черными точечками. Вот мы сейчас и сделаем красненькую с черными точечками. И вот здесь чуть-чуть обозначим.
Видно, вот так вот чуть-чуть обозначено. Да-да. И вот самую серединочку еще, у меня здесь немножечко есть беленького. Я тут тоненькой кисточкой чуть-чуть вот так вот. Петроград сегодня с шоколадными сердцами. Вот так вот. Хорошо, шоколад на ночь нельзя. Ну ничего, мы в таком виде его будем употреблять. Мы нашли способ, ура. Вот так вот мы сделали с вами здесь крылышки. Обозначили. Да, видно? Отправляем видно. В лампу, прям буквально там на несколько секундочек, серединку нажми. Вот. И сейчас дорисуем точечки, и, в общем-то, все будет готово. Завтра мы с вами покажем вот такой дизайн. Девчонки, добавляйтесь ко мне ВКонтакте, в Одноклассниках. И голосуйте, проплачивайте, кому какая трансляция. Пока что лидирует 4-я трансляция. Это гель лаками. Вот. На подходе 1-я и 2-я трансляция. Вот это у нас 1-я с котиками. Я ее обозначаю с котиками, потому что цветочки есть везде. И 2-я трансляция с ниточками. 2-я трансляция, я так вот положу ее с ниточками. Вот так вот, с ниточками. И с другими цветочками. Только номеров тут не видно немножко. Вот. ВКонтакте, в соцсетях, в любых добавляйтесь. Ну, ладно. И там вы меня легко очень найдете по фамилии. Так, сейчас мы дорисуем дизайн все-таки. Девочки, дорисовываем дизайн. Нам осталось чуть-чуть, прям буквально. Мы берем кисточкой тоненькой и ставим вот здесь вот глазки. Вот такая вот у нас эти точки побольше получилась глазка. Все. И отправляем ее в лампу. И получилась у нас вот такая хулиганская, очень-очень быстрая божья коровка. Многие хотят красненькое, но что-нибудь веселенькое. Пожалуйста, обхохочешься. Вот. Так что вот так вот. Вот. Голосуйте пока в соцсетях. Завтра мы с вами покажем вот такой вот дизайн. Если я что-нибудь еще успею нарисовать, еще что-нибудь покажем. Ну, а на сегодня пока. До свидания. Давай покажи мне божью коровку еще. Вот мы сейчас две рядышком положим. Вот такие они получились. Вот коротенькие. Видите, какая вот она получилась. Вот. Видно, они прям коротышечки-коротышечки такие. Угу, видно. Пока не поздно, девчонки, приглашайте своих друзей, чтобы они потом могли пересмотреть этот ролик. Вот. А завтра мы покажем вот такой вот уже серьезный дизайн, который можно тоже сделать на маленьких ноготочках, на коротеньких, а можно на длинных. Здесь у нас есть градиент такой небольшой, и у нас вот такая вот интересная техника. Очень-очень тоже быстро делается, очень легко смотрится, эффектно. Клиентки очень любят, особенно те, у кого дресс-код. Ну и можно практически в любых других вариантах. Всем до свидания, всем спасибо. Спасибо, что со мной. До завтра. Не останавливайся. Сейчас в процессе. Вытащи телефон, она тогда сразу. Ну вот. Не хочет останавливаться она. Смотрите, какая.